Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, Марина. Ну, пожалуй, начну с того, что пока вы отрицаете, делаете вид, что маминого страха нет, вряд ли что-то получится. Вот. Ну, просто потому, что ваша мама боится. Это реальность. Хотим мы этого или нет. Это реальность. Вот. И, соответственно, признать, что ваша мама может чего-то бояться и позволить ей бояться, условно говоря, это то, что вы можете сделать в первую очередь. То есть понять ее и понять, что дать ей понять, что вы понимаете ее, что она не одна. Вот. То есть это лучшим образом ее успокоит, как мне кажется. Вот, ну, исходя из того, что я знаю. Сейчас уже, к сожалению, вы не ведете себя, как, ну, знаете, как зрелый человек. Сейчас ведете себя как человек, который борется против мамы, вот, пытается бороться против мамы. Вот. И это на самом деле очень бросается в глаза. Я это говорю не для того, чтобы вас там обвинить, чтобы вас кто обидел и так далее. Мне это на самом деле не нужно. Я просто пытаюсь донести до вас определенную идею, определенную мысль, что вы не выглядите как человек, который борется, как человек, который, ну, пытается бороться. Пытается бороться, на мой взгляд, довольно активно, довольно серьезно. Вот. А это позиция, которая ведет в никуда. Поэтому моя идея заключается в том, чтобы вы, во-первых, приняли свою маму, чтобы вы дали ей понять, что она не одна, а дальше уже твердо стояли на своем, я полагаю, принимая все меры безопасности, какие только возможны. Потому что страх, он был, есть и будет, он, к сожалению, страх достаточно сильный, вот, к сожалению, страх обоснованный. Вот, ну, обоснованный, да, в том смысле, что есть основания бояться людей, к сожалению, повторю. Вот, и, соответственно, пока такая история будет, вот, ну, с этим придется мириться, хотите вы это или нет. Вот, поэтому, такой вот момент заключается, ну, такой момент здесь происходит, как мне кажется, с позиции, опять же, психологии, да, психотерапии. Вот. Понятно, что можно, в принципе, можно обратиться в органы, да, что ваша мама незаконно вас удерживает, но, мне кажется, это совсем уже перебор. Конечно, решать вам и только, вам больше никому, но мне кажется, что тут вы ситуация просто
усугубите еще больше. Вот и ничего хорошего с этого не выйдет. Вот. А если вы будете действовать, ну, скажем так, аккуратно, да, вот если вы будете действовать мягко, то у вас появятся все шансы на то, чтобы убедить, показать своей маме, что она может быть не права в, ну, вот, в своих предположениях относительно того, что ну, вы можете выразить. Вообще, да, вы можете выразить, это правда. Знаете, вот опять же, вы бежите здесь вот, не знаю, от страха вот этих вот бежите. Мне кажется, что бежать от страха, это хочется, что, ну, можно сделать. Вот, мне так кажется. Вот. Я не думаю, что вам нужно бежать от страха. Я думаю, что вам нужно признать их. Вот. Вам нужно признать свой страх. Признать, что они есть. И тогда, возможно, будет лучше. Сейчас вы просто вот, ну, как бы боретесь, пытаетесь бороться. Мама, ну, как бы, вы же понимаете, что, ну, куда бы вы, как бы вы ни действовали, вот, все равно ситуация будет такая, что мама чувствует ваше сопротивление, да, чувствует, что вы пытаетесь как-то вот, ну, ее, не знаю, побороть, да, и так далее. Вот, она будет сопротивляться, в итоге у вас просто вот, ну, не будет возможности прочувствовать друг друга. Вот. Мне кажется, это та позиция, вот, ну, мне кажется, это тот путь, да, который ведет в никуда. Ну, мне так кажется. Вот. Поэтому я рекомендую вам постараться принять то, что чувствует ваша мама, вот. Даже если вам это сделать трудно, даже если вам это сделать тяжело, вот, я знаю, что вам это сделать трудно, я знаю, что вам это сделать тяжело, но даже если это так, вот, то если вы хотите получить определенную победу, то необходимость вот в этом, ну, я имею в виду, в том, чтобы какой-то контакт наладить с мамой. Но это необходимо. Без контакта ничего не получится. Вот, поэтому
я могу вам порекомендовать учиться его, налаживать, учиться его устраивать, вот. Учиться говорить о себе, учиться говорить о своих чувствах, например, да, ну, допустим, учиться говорить о своих переживаниях, вот. Учиться говорить о том, что что вам хочется, учиться говорить о том, чем вы нуждаетесь, вот. Учиться говорить обо всех этих вещах. Вот. И, соответственно, наградой для вас будет именно вот ну, контакт с нами. Более такой вот близкое общение с ним. При условии, если вы этого хотите. То есть понятно, что если вам это не нужно, вот, то лучше даже не пытаться, но другого способа, как-то эту ситуацию разрешить другого способа. Как эту ситуацию разрешить? Я не знаю. По крайней мере, я не знаю. Точно. Вот. На этом все. Да, надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Вот. Надеюсь, что, ну, надеюсь, что вы для себя что-то интересное, что-то полезное выбрали вот, из того, что я сказал. Да, безусловно, есть. Но есть запрос на терапию, безусловно. И весь вопрос в том, хотите ли вы заниматься терапией. Ну, хотите ли вы двигаться туда, в эту, ну, в эту сторону. Если хотите, то мы вам поможем. Вот. Если нет, ну, значит, придется самостоятельно справляться, это будет сложно. Ну, тем не менее, решать вам. Ну, все. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация будет для вас разрешена наилучшим образом, и вы сможете спокойно, свободно делать то, что вам хочется.